У коммунальщиков этой зимой много работы. Снега хоть отбавляй. Убрать его нужно не только с дорог и тротуаров, но и с крыш. Особенно сейчас, когда стало теплее. Мы следим за кровлями круглый год, всю зиму. И чтобы не было опасно, мы выходим на крышу и сбиваем навесы и сосульки. По закону за очистку снега с крыш отвечает управляющая компания. Но жильцы могут и даже должны проявлять инициативу, если заметили угрозу, и обратиться к коммунальщикам. Во время потепления вообще желательно почаще смотреть наверх и держаться подальше от опасных мест. Особенно мамам с колясками, пожилым людям и маленьким детям. Инциденты со сходом снега ежегодно случаются в разных российских городах. Припаркованные автомобили – отдельная головная боль коммунальщиков. Например, в этом дворе управляющая компания заранее предупредила – будут счищать снег с крыши и машины нужно убрать. Но предупреждение осталось незамеченным. Между тем, если снежная лавина или сосульки повредят машину, ее владелец может потребовать возместить ущерб. Ставят автомобили, их не убирают. Когда в этом дворе находится хозяин, можно достучаться. Но бывает так, что паркуются с других районов. А что в таких случаях предпринимают? Ну, в основном закрываем чем-то, прикрываем автомобили. Угу. Стараемся не разбить, ничего не нарушить. По технике безопасности во время таких работ находиться на крыше без страховки нельзя. Обувь тоже нужна подходящая. Валенки строго запрещены, слишком скользкие. Также снег нужно очищать только деревянными или пластиковыми лопатами, чтобы не повредить покрытие. При этом есть крыши, которые очищать не нужно. Такие кровли имеют высокий карниз и внутреннее водоотведение. Но в этом дворе таких крыш нет. Сроков уборки снега у коммунальщиков нет, ведь он всегда может выпасть вновь и придется браться за лопаты. Однако мэр Хабаровска призвал управляющие компании ускориться. В город пришло потепление. А 13 февраля в краевом центре была зафиксирована плюсовая температура. Софья Шульга, Сергей Демьяненко для Большого города.